Зарплаты уводят в тень. По данным налоговой службы Чувашии, в 2013 году в сравнении с прошлым стало больше работодателей, скрывающих заработную плату своих работников. Почти на 6%. О ситуации на сером рынке труда сегодня говорили специалисты налоговой службы, Пенсионного фонда и Трудовой инспекции на встрече с журналистами. Из-за серых зарплат и нелегального труда страдают местные бюджеты, а также всевозможные фонды социального и медицинского страхования, Пенсионный фонд. Об этом в начале встречи напоминают эксперты. Для самого работника зарплата в конвертах оборачивается произволом со стороны работодателя, жалобами в трудовую инспекцию и головной болью, поскольку трудовые отношения не были оформлены должным образом. Нерадивых работодателей ищет налоговая, ищет пенсионный, ищет трудовая инспекция. В ходе проверок выявляются также факты выплаты заработной платы работникам ниже минимального размера оплаты труда. С 1 января 2013 года минимальный размер оплаты труда составлял 5205 рублей, а с 1 января 2014 года минимальный размер оплаты труда составляет 5554 рубля. Тем, кто платит своим работникам ниже МРОТ, присматриваются и в управлении Пенсионного фонда Чувашии. По наблюдениям специалистов фонда, грешат этим работодатели Комсомольского, Алаторского, Мариинско-Посадского районов республики. А если говорить о сферах деятельности, то официальная зарплата ниже МРОТ в торговле, риэлторском бизнесе, сельском хозяйстве и строительстве. Серая зарплата для работника – это не только минус больничный, другие социальные выплаты, компенсации, но и минус в трудовых пенсиях. Размер будущей пенсии всегда зависит от официально выплачиваемой заработной платы. И в прежней пенсионной формуле, и в нынешней пенсионной формуле, и в будущей. Для назначения пенсии необходимо будет два условия. Это наличие страхового трудового стажа не менее 15 лет и не менее 30 пенсионных коэффициентов. А что такое 30 пенсионных коэффициентов? Вот эти два условия будут выполняться при зарплате из расчета не менее двух минимальных размеров оплаты труда. Если заработная плата будет меньше, придется работнику работать дольше. На легализацию серого рынка труда направлено законодательство. Уже внесены изменения в Трудовой кодекс. Введен запрет на заключение гражданско-правовых договоров. Вместе с тем установлена ответственность за уклонение от заключения трудового договора. Ну а выводить зарплаты из тени будут, если не убеждением, то принуждением. Нерадивых работодателей продолжат приглашать на ковер специальных комиссий. В прошлом году проведено таких комиссий 691. В том числе с участием работников муниципальных органов, Пенсионного фонда, органов прокуратуры. Всего заслушано на таких комиссиях 2710 работодателей. После заслушивания повысили зарплату 1683 работодателя. Правда, без желания самих работников бороться с серыми зарплатами все равно, что воевать с ветряными мельницами. Как еще больше стимулировать людей на белую зарплату? Эксперты соглашаются, что одними репрессивными мерами вопрос не решить. Предлагают, к примеру, повышать правовую культуру граждан. Ольга Григорьева, Андрей Спиридонов, Республика.